Успехи и достижения 2008 года вспоминали на заседании Пленума Республиканского совета «Динамо». В год 85-летия успехов было немало. Сегодня вы уже можете подвести итоги уходящего года юбилейного. Мы с вами все принимали активное участие в организации проведения торжественных мероприятий, посвященных 85-летию спортивного общества «Динамо». В этом году под эгидой «Динамо» проведено множество чемпионатов, турниров, стартов, благотворительных акций. Ведущие динамовские спортсмены из Мордовии выступали на крупнейших всероссийских и международных соревнованиях. В 2008 году практическая деятельность Мордовского республиканского общества «Динамо» и коллектива физкультуры была направлена на активное содействие реализации государственной политики в области физкультуры и спорта. Самые достойные спортсмены в погонах получили заслуженные благодарности и награды. Причем лучшей наградой динамовцы посчитали новую спортивную форму. Спортсменов, которые ставят честь «Динамо», наградили, поощрили. Я думаю, что будем лучше работать, больше будет наград. Николай Кучканов, Денис Песков, «Вести Мордовия».